Немецкие благотворительные организации присоединились к борьбе с эпидемией лихорадки Эбола в столице Либерии Монровии. Они помогают возводить новый изоляционный центр для зараженных опасным вирусом. Это полностью закрытые палатки, вмещающие 44 кровати. Либерийский персонал работает отлично, но у них слишком мало мест. Именно поэтому мы поговорили с ними и спросили, можем ли мы увеличить их. И теперь с большей вместимостью и с большими кадрами мы думаем, что можно лечить. Лихорадка Эбола вспыхнула в Западной Африке в феврале этого года, сразу охватив три государства – Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. Жертвами вируса стали уже более 2800 человек. В одной только Либерии от Эболы скончались не менее 1000 заболевших. Всего же за это время вирусом заразились 5864 человека. Центр по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали во вторник результаты исследования, согласно которому в Западной Африке к 20 января 2015 года Эболой могут заболеть от 550 тысяч до 1 400 000 человек. В отличие от этого прогноза, ВОЗ в конце августа сообщила, что к середине следующего года вирусом Эболы могут заразиться 20 тысяч человек. Однако во вторник специалисты Всемирной организации здравоохранения заявили, что такое количество заболевших может появиться уже к началу ноября, если не сдержать распространение вируса.